Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия и я Вика. Видео для антуража, вернее вязание для антуража. Сегодня я хочу с вами поговорить очень быстренько, вернее я задам вам несколько вопросов и ожидаю от вас обратной связи. Очень-очень мне нужна ваша помощь, вот правда, вот очень нужна. Потому что я работаю, исходя из ваших запросов. Значит так, девчонки, это вяжу плед во избежание из, вопросов, как бы, просто мне так проще говорить, когда я что-то делаю руками. Хотела записать разговорный как бы с лицом видео, но вы знаете, я потом буду думать, как я выгляжу в кадре. Уж лучше пусть мои руки, это привычнее, не будет отвлекать. И я не буду отвлекаться. В общем, девчонки, видео-опрос, видео-совет, видео-дискуссия. Конечно, ожидаю много хейта, чему не удивлюсь, потому что я из тех людей, которые говорили, что не будет ничего платного у меня на канале. Но вот сложилась такая ситуация, что мне приходится либо уходить, либо запускать платные как бы программы. Что я планирую, девчонки? Да, я планирую платный как бы курс. Это не будут мастер-классы платные. Канал будет работать, как и работал. Это будет, девчонки, один курс, пока один, это будет пробный. Я буду писать его с помощницей. Он будет очень-очень-очень подробным. И совсем другой формат. То есть там будут и текстовые, и схематические как бы составляющие, и видео. То есть для новичков в любом случае. Мне просто нужен ваш совет, как бы определиться с темой, с уклоном. Я вам сейчас немного объясню, что я планирую. Я же говорю, на канале останутся бесплатные мастер-классы, все как и было. Естественно, их будет меньше, потому что я работаю. И ситуация меня вынуждает, как бы, если я хочу заниматься тем, что я люблю, то значит какой-то продукт будет платный. А так как я человек, у которого совести больше, чем положено, вот, и вы уже знаете, что я просить не умею, поэтому я считаю разумным будет просто сделать качественный продукт платным. Вот. Итак, что я планирую? Это будет курс с нуля обучения вязанию. Значит, в любом случае, это просто я вам сейчас предложу несколько вариантов ответвления, как бы, но изначально это будет основано в любом случае на новичков, чтобы освоить все как бы нюансы, моменты, обозначения, определения, вот все вязальные как бы термины. Вот это все. То есть это будет как бы начало. Далее я планирую, чтобы у него была какая-то определенная тема. То есть, да, вы поняли, это в любом случае будет курс для новичков обучения с нуля. Спицы. Пока спицы. Если будет запрос, будет и крючок. Потом, ну, в данный момент это будут спицы. Далее, что я предлагаю? Этот курс разнообразить, не разнообразить, а продолжить. То есть, какие у меня варианты? Либо это будет углубленное изучение, чтение схем, вот этих условных обозначений и вот этих вот описаний с интернета, всяких-всяких, кто не разбирается, кто не понимает. Какую бы тему мы ни выбрали, в нем будут подробно и пошагово разбираться минимально 5 моделей. Это я еще не знаю, сколько. В общем, ну минимально 5 там будет, девчонки. Модели, и при том для новичков это будет и со схемами, опять же повторюсь, и с видео, и с описаниями, и с обратной связью. Вот что за главное забыла сказать, что это все будет с обратной связью. Первая схема, тема, это разбор все как бы схем. Мы научимся разбирать схемы, мы научимся разбирать как бы описание вязания, и мы научимся их немного адаптировать. Вот такую схему я предлагаю. Далее вторая схема, вторая тема, это простое вязание, девчонки, вот как мы любим, как я люблю. Для самых новичков этот курс тогда будет, вот для самых новичков. Вот мы разберем пошагово, опять же с обратной связью, все как бы, ну тут если простые модели, то конечно их, я думаю, я сделаю побольше, их будет штук может 10 простых моделей, ну тоже не факт, это так мои предположения, мои как бы планы. Вот, то есть этот курс будет основан на основах вязания плюс
вот эти вот 10 крутых моделей вы, допустим, получите в итоге, которые вы научитесь вязать. И далее третий вариант, который мне, как мне, нравится больше всего. Это основы вязания, опять же, вот, и плюс 5 моделей, базовых моделей. Вот разбор с расчетами, со всеми, опять же, со схемами, с вашими размерами, с обратной связью. 5 базовых моделей, допустим, я скажу, это вы тоже проголосуйте, как бы, что бы вы хотели. Допустим, реглан сверху вниз, то есть вы сможете потом связать джемпер детский, мужской, женский, да, по этому как бы расчету, по этому всему. Вот, допустим, да, свитер, реглан, свитер. Обычный классический, потом кардиган расстегивающийся, вот, ну, еще там выберем, еще тоже подумаем, это еще отдельным вопросом. Сначала давайте выберем тему по вам, вот лично вам, что бы вы хотели научиться. Возможно, это не та тема, которую я думаю, предлагайте свои варианты, вот чего вам не хватает, чего бы вы хотели, девчонки. Я постараюсь максимально вложиться в это. Сделать максимально качественный продукт. Вот. Раз уж ситуация вынуждает меня делать что-то платное, то я очень хочу, чтобы это было качественно. Да? Поэтому мне нужна ваша помощь. Вот. Канал будет существовать так, как существовал. Это просто такое вот дополнение. Так что, девчонки, пожалуйста, может, я чего-то упустила, может, вы мне предложите что-то лучшее, и я с радостью углублюсь и изучу какую-то определенную тему, девчонки, если вам вот эти три мои не подходят. Ну, в общем, вот такие вот у меня как бы наработки, в любом случае, я же говорю, это обучение вязанию с нуля. Вот, плюс, я же говорю, первый вариант, вы либо... Поставьте циферку мне в комментариях 1, 2, 3. Либо напишите свое мнение, либо циферку и дополните, что бы вы хотели, как бы, что для вас интересно и ценно было бы. Вот. Итак, первый вариант. Вязание по описаниям, да, скажем так. Чтение всех схем, описаний и так далее. То есть это будет очень обширно. Далее, вторая тема. Простое вязание для новичков, для тех, кто не любит напрягаться. То есть это будет 10 моделей с подробным описанием, схематически, объяснение. Вот, все будет очень-очень подробно. Это будет совершенно новый для меня формат, девчонки, совершенно новый. И плюс с обратной связью. Так, вторая тема, то есть простые модели, которые вы можете применить. Вот, и связать очень быстро. И третья тема, которая мне нравится больше, это топ-5 базовых моделей, которые вы потом можете адаптировать на ребенка, на взрослого, на мужа, на себя, на кого угодно. То есть это будет, допустим, это будет, к примеру, свитер реглан, свитер обычный, кардиган, жилет и шапка, допустим, да. Но это будет все в таком формате, что все будет с расчетами, даже если это будет простая шапка, это не такая простая, как бы, и тема. Связать шапку, чтобы она сидела, чтобы она была нужной ширины, чтобы она была нужной высоты. Это тоже заслуживает, как бы, тема внимания. Поэтому, да, примерно я вам говорю, как бы, образно. Все это мы еще с вами, если эту тему выберем, то все мы еще определимся, как бы, что именно в этих моделях будет. И, допустим, свитер, ну, любую модель вы сможете просчитать и связать на мужа, на жену, на себя, на ребенка. То есть это будет основа и база. Вот всего вашего вязания, ну, почти всего. Вот. Вот такие вот три темы, девчонки, я вам предлагаю. Жду вашей реакции. Вот. Вы можете просто либо оставить циферку, либо написать свои дополнения, либо вообще другую тему. Все я изучу, взвешу. Возможно, будет какое-то дополнительное голосование, как бы, определение. Поэтому это все со временем. Вот у меня сейчас 2 месяца времени есть, лето. И я хочу это все дело сделать, потому что ситуация меня вынуждает, к сожалению. Не планировала я, но вот пришла к такому выводу, что просто я не могу себе позволить работать бесплатно. Вот.
Еще раз повторюсь, канал продолжает работать в том же, как бы в том же ритме. Возможно, на вот эти вот 2 месяца немножечко я поутихну. Хотя нет, я один мастер-класс в неделю, как минимум, точно так же, как и было, он и будет. С вами была Вика, школа рукоделия. Всем мира. Всем пока.